Времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Очередной мукбанг на диване. Кукурузный солёный. Хлеб. Солёная. Это как шейка. Сыр сулугуни, сыр. Как его зовут-то? Президент. Президент и колбаса. Окраина немецкая. Лапчатная соль. Да? Да. Обопьемся нахуй. Да. Одна соль, действительно. Куда так солить-то? Я говорю, куда солить так? Так куда? Чтобы сохранить продукт. Одна соль. Одна соль, у меня вторая соль. И кота. Надо с ним что-то сделать. Ой, ужас какой-то. Только суп только. Да. И солить суп не надо будет. Да. Действительно, хватает одного куска. Ну, больше не надо. На соль. Как говорится, не дошло на столе, а перешло чего? На спине. Вот так. Не на спине, а по спине. Да. Действительно невозможно. Вот сюда положи хлеб. Аккуратней. Вот сюда хлеб положи. Это же не так правильно.
Если было бы соли нормально, было бы все вкуснее. Это же мукбанг. Я уже даже название придумал. Не, ну понятно, почему так соль. Потому что жара. Продукты сохранить. Вот куда так солить, я не знаю. Я же тебе ответила. Для консервации понятно. Я не понимаю. Соленый, как селедка все равно. Колбаса это не так соленый, чем эта шейка. У нас все время так стоит, да? И зимой, и летом, и одним цветом. Да. Прямо что зима стоит теплая. Это видно, надо с чем-то. Или с чем-то есть, или в чем-то. В чем-то это в чем? С чем-то там, с чем-нибудь несоленым сделать. Я знаю, как сделать. А в чем-то или в супе? Это есть с чем суп. А в чем-то это кастрюля. Одна соль. Все. Сейчас надо не меньше литра воды выпить. Да? Сколько влезет? Да.
такое выпить. Все? Да. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, вот такой был трэш-мукбанг. Давно его не делали. Давно.